На входе в склад написан магический оберег от мультяшного героя. Только его слова не помогли злоумышленникам скрыть свои противозаконные действия. Полицейские вычислили подпольный цех, где изготавливали и хранили контрафакт. Оказалось, алкоголь изготавливался кустарным способом из спирта и водопроводной воды с применением фильтрующих устройств. При этом этикетки на бутылке заботливо наклеивала охранник склада. Буквально за стенкой в соседнем помещении стояли необъятные горы коробок с готовым контрафактным алкоголем. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции изъяты из незаконного оборота алкогольной продукции с поддельными федеральными специальными марками в количестве 78 тысяч бутылок, оклеенные этикетками различных брендовых производителей, емкости со спиртом в количестве 1500 литров. По данному факту возбуждено административное производство по статье 14.17 Административного кодекса Российской Федерации. В настоящее время продолжается проверка. Устанавливаются лица, причастные к незаконному изготовлению и хранению фальсифицированного алкоголя. Анатолий Чернов, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.